Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Хочется рассказать про радиотерапию при раке щитовидной железы, актуальный вопрос лечения и наблюдения в каком-то другом ракурсе, чтобы было что-то новое, потому что уже вчера в нашей секции много говорилось, обсуждалось показания, радиотрефрактерность. Казалось бы, 70 лет прошло с той поры, как начали применять наш атомный коктейль, и казалось бы, что уже должны быть показания и методика отработана и установлена, но противоречия до сих пор остаются. И разногласия между европейскими и американскими сообществами тиреидологическими настолько острые и между специалистами ядерной медицины, что это побудило наконец-то экспертов этих обществ встретиться и обсудить те разногласия, которые у них есть в плане назначения и применения радиотерапии. Эта первая встреча экспертов состоялась в январе 2018 года, но тем не менее это заключение было опубликовано всего лишь в этом году в журнале Thyroid недавно. Цель этой встречи была наладить диалог и деятельность между четырьмя обществами, обсудить показания к адъювантному лечению радиоактивным йодом, определить оптимальную активность Йод-131 для адъювантного лечения и уточнить определение и классификацию радиотрефрактерного рака щитовидной железы. Всего было представлено экспертов мирового уровня из 8 стран, и основные общества – это Американская тиреидологическая ассоциация, Европейская тиреидологическая ассоциация и Европейская ассоциация ядерной медицины вместе с обществом ядерной медицины и молекулярной визуализации. Но приготовьтесь, то есть примерно у нас будет как 10 заповедей, но 9 принципов для радиотерапевта, который занимается радиоактивным йодом. Первый принцип Мартиники звучит, что сейчас это уже никого не удивишь. Во всей онкологии приветствуется мультидисциплинарный подход к лечению опухоли. И развитие нашего понимания оптимального лечения рака щитовидной железы требует приверженности клиницистов, исследователей, медицинских организаций и в том числе пациентов к участию в активном целенаправленном междисциплинарном сотрудничестве. Второй принцип Мартиники – это то, что сейчас мы должны четко понимать и стараться определить цель радиотерапии. И должно быть разделено на три, стараться делить пациентов на три группы. Это группа пациентов, которым цель радиотерапии – это абляция всего лишь стероидного остатка. Вторая категория больных – это адъювантное лечение, если мы подозреваем, да, что у пациента есть микрометастазы, или лечение уже известного заболевания. В зависимости от цели задачи тоже разные. Ну, не буду останавливаться, в таблице все представлено, задача. Но четвертый день уже идут белые ночи, форум, поэтому я позволю себе процитировать Жукова Николая Владимировича, у которого был замечательный доклад по неоадъювантной терапии, химиотерапии, но те цитаты, которые он привел в отношении своей мысли, в отношении адъювантной терапии, мне очень понравились. Я думаю, их можно применить к системной лучевой терапии, как к адъювантному лечению, да, для радиотерапии. Это то, что получается, что мы все равно лечим метастазы, только маленькие, но существует некая точка не возврата объема остаточной опухоли массы после удаления видимых очагов болезни, когда это можно вылечить, а это можно не вылечить. Адъювантная терапия – это самый слепой из всех методов лечения злокачественных опухолей. И получается, что мы адъювантную терапию назначаем только, решаем назначить по двум группам. Это благоприятная группа, в которой мы предполагаем, что в этой группе мало больных с микрометастазом. И это неблагоприятная группа, в которой мы предполагаем, что много больных с микрометастазами. Но значит ли это, что у больных с более ранними стадиями заболевания адъювантная терапия менее эффективна? Или можно пожертвовать? Чтобы спасти десятки, мы вынуждены лечить тысячи. Значит, существует принципиально иной способ увеличения эффективности терапии. Это таргетность по наличию остаточной болезни. То есть мы должны стараться у пациента определить, есть остаточная болезнь или нет, и уже в зависимости от этого назначать адъювантную терапию. Судя по всему, сейчас нащупают решение. Это жидкостная биопсия и минимальная резидуальная болезнь. Но вот эти цитаты Николая Владимировича сейчас, они нам пригодятся, в принципе. Третий, четвертый принцип – это то, что для назначения радиотерапии нам нужно оценить послеоперационный статус болезни.
Это новая такая рекомендация, потому что, в принципе, мы привыкли назначать, да, радиотерапию в зависимости от групп риска прогрессирования, группа низкого риска, умеренного и высокого. Но сейчас эксперты сходятся во мнении, что для того, чтобы решить, нужно ли адъювантное лечение, нужно оцениться послеоперационный статус болезни. Необходимо для оптимизации отбора больных на терапию йодом 131, что позволяет определить таргетность по наличию остаточной болезни. И оценка, она должна быть стандартизирована и интегрирована в рутинную клиническую практику. Почему это важно? Потому что для конкретного больного, вне зависимости от первичной группы риска, больные с биохимическим, структурным или функциональным свидетельством персистенции опухоли, это может быть группа и низкого риска или умеренного риска, эти больные могут быть кандидатами только для радиотерапии уже известной болезни. Мы подозреваем, что у них есть эта болезнь. А больные без признаков персистенции опухоли могут быть кандидатами как для наблюдения, так же для облад стероидного остатка и для адъювантной терапии. Причем в эту группу могут попасть пациенты и группы умеренного риска, и группы высокого риска. Как мы должны оценивать послеоперационный статус болезни? В основном нам достаточно оценить по уровню тиреоглобулина в отсутствии антител к тиреоглобулину и по ультразвуковому исследованию шеи. Иногда нам может понадобиться диагностический радиоскан перед радиотерапией. Да? Но с этим тоже спорили, но на конгрессе общества ядерной медицины в прошлом году была интересная работа, в которой было показано, что диагностическая сцинтиграфия всего тела с йод-131 для выявления скрытых метастазов может иметь свое место в плане наблюдения и решения вопроса радиотерапии даже в группе больных с папиллярными микрокарциномами. Итак, какие у нас могут быть три сценария после хирургического этапа, в которых мы должны решить вопрос, нужен нам адъювантное лечение радиоактивным йодом или не нужно? Первый клинический сценарий – это пациенты, у которых… Но здесь все больные здесь одинаковы, да, и низкие риски, и умеренные, и высокие. Это больные, у которых не определяется ни базальный, ни стимулированный уровень тиреоглобулина, у которых ультразвуковое исследование шеи не выявляет каких-то подозрительных лимфоузлов. Второй клинический сценарий – это пациенты, у которых определяется базальный стимулированный тиреоглобулин, но при этом ультразвуковое исследование шеи не выявляет подозрения на наличие метастазов. И третий сценарий – это позитивное ультразвуковое исследование шеи в отношении метастазов лимфоузлы, и при этом неважно, определяется или не определяется повышенный уровень тиреоглобулина. Первый клинический сценарий – это, как я уже сказала, вроде здесь все понятно, потому что мы не подозреваем, что у пациента есть опухоль, остаточная персистенция, да? Не определяется тиреоглобулин, и при этом ультразвуковое исследование шеи негативное. Опять же, хорошо, что «Белые ночи» идут так долго, потому что этот слайд с мирового конгресса по раку щитовидной железы, который вчера закончился, и это экспертное мнение нашего гуру в радиотерапии Пачины. И результат исследования, в котором было показано, что пациенты со стимулированным тиреоглобулином меньше 1 нанограмм на миллилитр или не стимулированным меньше 0,2, несмотря на отсутствие адъювантной радиотерапии, обладают крайне низким риском рецидива, всего лишь меньше 2%. И пациенты с нестимулированным тиреоглобулином меньше 1 нанограмм на миллилитр, получившие и не получившие адъювантную радиотерапию, не отличаются в отношении риска рецидива болезни. Возникает вопрос: пролечены ли эти больные радикально, вне зависимости от первичной группы риска, и надо ли избегать назначения адъювантной радиотерапии у всех этих больных? Заключение эксперта и мнение экспертов такое, что, вероятно, у этих больных можно не проводить адъювантную радиотерапию, вне зависимости от группы риска. Второй клинический сценарий после хирургического этапа – это неполный биохимический ответ, да, когда определяется базальный стимулированный тиреоглобулин, но при этом негативное ультразвуковое исследование шеи. А здесь мы задаем себе вопрос, как много таких больных с персистенцией опухоли, как идентифицировать больных с персистенцией опухоли и как вести этих больных с определяемым уровнем тиреоглобулина после хирургического лечения, опять же, вне зависимости от групп первичного риска. Исследование тоже, которое было сравнительно недавно опубликовано, это значение послеоперационного тиреоглобулина ультразвуковой исследования шеи в рестратификации риска и в принятии решения назначения радиотерапии после хирургического этапа лечения. Таких два важных, да, заключения, что если мы решаем не проводить радиотерапию всем больным,
с определяемым уровнем тиреоглобулина и гатинозишей, то мы рискуем пропустить отдаленное метастазирование всего лишь в 2% случаев. Если же мы решаем проводить радиотерапию всем больным с определяемым уровнем тиреоглобулина и нигатинозишей, то мы, скорее всего, перелечиваем примерно 93% больных. Это к тому же цитата Жукова Николая Владимировича, да, чтобы спасти десятки, мы вынуждены лечить тысячи. И мнение, опять же, эксперта по ЧИНе, что альтернатива в этом случае радиотерапии, то есть это на усмотрение врача, какая альтернатива может быть? Можно мониторить уровень тиреоглобулина и проводить радиотерапию только у тех больных, у которых в динамике отмечается значительный рост тиреоглобулина. Получается, что для того, чтобы принять решение о назначении радиотерапии, мало нам стратифицировать группы риска, которые нам сейчас американское тиреоглобулиногическое общество установлены, да, там низко, умеренный и высокий. Нам нужно оценить также послеоперационный статус болезни и принять во внимание все другие остальные факторы, которые связаны именно с пациентом. Это и сопутствующие патологии, это группа, какие осложнения мы можем встретить у этого пациента. И в сумме мы должны персонализированно подойти к назначению радиотерапии именно у данного больного. Теперь, что касается споров в назначении активности радиойода. Оптимально введенная активность йод-131 для адювантного лечения не может быть однозначно определена из данных литературы. Выбор вводимой активности для адювантного лечения должен основываться на рекомендациях мультидисциплинарной команды. Опять же, это к тому, что должно быть персонализировано в отношении пациента, в отношении его послеоперационного статуса, уровня тиреоглобулина, и в частности можно использовать данные диагностической сцинтиграфии. Как представлено на слайде, было исследование в Китае, проведено назначение активности йод-131 в зависимости от уровня стимулированного тиреоглобулина и уровень накопления йод-131 по данным предаблационной сцинтиграфии всего тела. И было показано, что такая методика, она имеет свои преимущества по сравнению с фиксированной активностью достаточно высокой 3,7 ГБК. Седьмой и восьмой принцип Мартиники – это в отношении радиорефрактерности. С учетом того, что в последнее время таргетная терапия она стала более доступной, и радиорефрактерность более часто можно выставлять нашим больным, да, то сейчас эксперты пришли к выводу, что не надо торопиться относить больного к радиорефрактерному, нужно очень тщательно подходить, и характеристики, классифицирующие пациента как радиорефрактерного, они должны быть использованы лишь для стратификации больного в отношении вероятности ответа опухоли на радиотерапии. Ни в коем случае это не должно быть применяться только в том случае, назначать или не назначать радиотерапию. Каждый отдельный критерий, он индивидуален, и он может быть невозможно применить в отношении данного пациента. И эксперты предлагают не так критично выделять, да, 5 критериев радиорефрактерности, а называть их клиническими сценариями, которые всего лишь подозревают наличие у данного больного радиорефрактерности. И, наконец-то, последний принцип, то, что для того, чтобы мы понимали, как лечить, для того, чтобы эти споры были уже наконец-то решены, необходимы проспективные исследования. К сожалению, их мало, и их нужно проводить. Спасибо за внимание. Надеюсь, что в стране, в которой такой большой опыт радиотерапии, и в частности в нашем центре, мы, наконец, когда-нибудь будем участвовать в экспертном мнении. Спасибо, Тамара Маукна. Какие есть вопросы аудитории к докладчику? У меня такой немножко, может быть, не совсем по теме вопрос. Вы сказали, что начало применения было 46-й год. На самом деле ведь для тиреотоксикоза стали применять на 10 лет раньше, в 36-м. Это потом уже пошло развитие и для остальных патологий. Хорошо. You have question?
Да, вопрос. Не, к сожалению, не говорит микрофон спикер. Задаю, Валерий Васильевич, тоже как к вам, а его нормально составляет? Да, хорошо, я понял. У меня такой вопрос, он практически абсолютно, мы с ним столкнулись недавно. К нам попал пациент, который, я не помню точно, в каком из центров он лечился, но мне кажется, даже у вас. После радиотерапии в не очень далекие сроки, примерно через 2 месяца, по-моему, или через 3, сделали контрольный скан, и в единственном очаге, который рассматривался как прогрессирование заболевания, и почему он получил радиотерапию, уже не первую, у него продолжалось активное накопление на диагностическом скане. Его отправили к нам для решения вопроса о возможности проведения стереотоксической лучевой терапии на этот единственный очаг. Но у меня 2 вопроса в связи с этим. Как мы, вот если мы принимаем решение о том, что мы проводим лучевую терапию, наверное, вот я правильно сюда даже было бы задавать, то как мы оцениваем вашу дозу все-таки? Каким образом мы должны, потому что понятно, что у нас в этой ситуации, в первую очередь, этот очаг был где-то в Средостении, недалеко от бронхиального дерева. И нам очень важна доза на трахею и на главные бронхи. Для нас доза является принципиальной при планировании стереотоксической лучевой терапии. Это первый вопрос. И второй вопрос. Но мы ему отказали, честно говоря, в лечении, потому что не понимали, что нам делать. Вот в такой ситуации все-таки, поскольку было активное накопление радиофармпрепарата, можно его рассматривать как кандидата, несмотря на то, что оно продолжается после проведенной радиотерапии, можно его рассматривать как кандидата на какие-то последующие курсы радиотерапии, потому что, может быть, доза была недостаточная для конкретного данного пациента? Или все-таки это проявление неэффективности этого метода лечения? Сергей Николаевич, а скан был проведен с йодом? Ну, во-первых, скан был проведен очень рано, через 2-3 месяца. Это не прогрессирование, это еще не развился ответ на лечение. И... Нет, если это метастатический очаг, как вы говорите, в Средостении, это нужно было делать повторный курс, тем более было накопление. То есть этого пациента нужно было отправить на повторный курс радиотерапии. Здесь вопрос просто, ситуация какая? К нам направили его для решения вопроса о проведении стереотоксической лучевой терапии, и мне его показали уже как консультативного больного. Естественно, внутренне я предполагал, что его отправили те люди, которые проводили ему радиотерапию. Нет, я сомневаюсь, что те люди, которые проводили радиотерапию, увидели накопление в очаге метастатическом, отправили на стереотоксическую, потому что... Да. То есть мы можем в этой ситуации направлять к вам для повторного проведения радиотерапии. Конечно. Если бы этот очаг не копил, то здесь можно было бы применять. Да. Если бы очаг не копил, я бы не задавал вопрос. Я понял. Разрешите чуть-чуть присоединиться. В данном случае, конечно, 2 месяца – это очень короткий срок. Даже при тиреотоксикозе никто через 2 месяца не оценивает результаты. Там, напротив, результаты могут быть даже через 2 месяца еще противоположными. То есть полгода – это примерно тот срок, когда реализуются в полной мере вот эти вот самые радиобиологические эффекты радиотерапии. Второй момент. Здесь надо еще смотреть за тиреоглобулином. Вот то, о чем Тамара Мамуковна в своем докладе говорила. А что у него там растет, этот тиреоглобулин? Ну, опять же, там надо не сразу смотреть после радиотерапии, а тоже подождать, пока это успокоится немножко вот эта активированная ситуация. И третий момент. Нам никто, в общем-то, не препятствует и не запрещает проводить сочетанную терапию. То есть можно проводить радиотерапию и можно на этот очаг локализованный проводить терапию прецизионную лучевую. Это логично. Вот. На самом деле доза, которая получается при использовании радиоактивного йода, это всегда очень большая проблема, как посчитать поглощенную дозу в очаге от примененного радиоактивного открытого источника, потому что там вмешивается метаболизм, накопление, выведение, и посчитать там довольно сложно. Посчитать дозу от внешнего излучения там, конечно, значительно проще. Но мы здесь не боимся перебора какой-то дозы от внутреннего излучения, потому что, как
правило, значит, от этого ничего не происходит. Но мы должны бояться каких-то общих токсических эффектов, но при радиотерапии этого тоже, как правило, не происходит. Поэтому комбинация такая вполне возможна. Нас просто интересует не столько доза в опухолевом очаге, сколько доза в окружающих или летающих нормальных тканях. Вот что нас интересует. Это будет... Что мы должны там ожидать? То ли мы ее считаем как ноль... Здесь абсолютно вот это все будет зависеть именно от дистанционного, от компонента дистанционной лучевой терапии, потому что радиотерапия не принесет ничего, так сказать, существенного, тем более трагического, в окружающие ткани. Спасибо.